Всем привет! Меня зовут Дарья, вы на канале Казанского завода спецавтомобилей. И сегодня я представлю вам многофункциональный фургон-рефрижератор на базе шасси КАМАЗ-43118. Фургон предназначен для перевозки продуктов питания в определенном температурном режиме. Автомобиль полноприводный, 300 лошадиных сил, 154-я коробка передач. Автомобиль будет эксплуатироваться на севере, в связи с чем было проведено утепление кабины, установлен подогрев зеркал заднего вида и утеплен моторный отсек. Дополнительно в кабине установлено среднее сиденье с двухточечным ремнем безопасности. Также мы установили еще одно спальное место для отдыха водителя, в связи с чем высота крыши увеличена на 45 см. Размерность шин 425-85R21. На шасси установлено два бака 350 и 210 литров. Сам фургон выполнен из сэндвич-панели с толщиной утеплителя 100 мм. Обвязка фургона выполнена из уголков изонадированного алюминия. Наклеена светоотражающая лента. На заднем свесе рамы установлен импортный гидроборд Bayer Cargo Lift грузоподъемностью 1,5 тонны. Он также адаптирован для эксплуатации в условиях севера при низких температурах. Ну что ж, а теперь перейдем к фургону. Фургон достаточно вместительный. Внутренний объем составляет 35 кубических метров. Для фиксации груза во время движения на стенах установлена такелажная рейка. Внутри фургона установлена сплит-система Thermo King. Здесь мы видим ее внутренний блок, а также дизельный отопитель Planar 8D. В комплексе система позволяет поддерживать температуру от минус 12 до плюс 12 градусов с управлением из кабины. Пол покрыт противоскользящей ламинированной фанерой, способной выдержать нагрузку более 10 тонн, например, груженный погрузчик. Внутри мы используем алюминиевые уголки, которые не подвержены коррозии. Для управления гидробортом не обязательно использовать рычаги. Для этого здесь установлены вот эти ножные кнопки. Гарантия на данный автомобиль 2 года или 100 тысяч километров. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.